На самом деле, это очень два ярких бойца. И я действительно прям очень с замилением духа буду смотреть и наблюдать за этим боем, потому что действительно бойцы очень яркие. У обоих манера, что называется, не контратакующая, а по большей части именно атакующая. Да, стиль, наверное, плюс-минус один и тот же. Вот как раз-таки посмотрим, как. Мне кажется, здесь больше именно сработает хладнокровность. Кто из них будет чуть хладнокровнее, вот. И сейчас в то же время острее. Шукуров сейчас хорошо провел атаку по корпусу на первых секундах. Да. Спасибо. Ты многословен, просто это прям было краткое резюме этого боя. Ну пока, кстати говоря, не форсируют события ребята в ринге. Да, сейчас, конечно, Шахабос чуть-чуть хапнул справа-слева. Ну я ответил ударом по корпусу. Да, да, да. Оу, причем какой плотный удар. Прям как из пушки по корпусу. Ой, отличная защита корпусом. Просто мне еще с первого боя понравился Шахабос и своей манерой. Прям очень круто боксирует. И сегодня прям очень интересный бокс. Ну и обоих мы уже хорошо знаем. Первый раз боксируем. Хороший сайдстеп. Какой хороший сайдстеп. Но правда и отвечает Гашимов тоже. Кстати говоря, на стадии 1-16 финала, что один, что второй, выбили известных в мире поп-ММА, да, ребят. А с кем они боксировали? Гашимов выбил Алисанова Рубатю, а Шахабос, если не ошибаюсь, Ильнура Завоевателя, да, победил, да, Сулейманова, да. Причем там, что в одном, что в другом поединке вопросов. Доминирующий манере. Ну, сейчас как... Мара, смотри, меняет стойки, пытается ввести в заблуждение оппонента. Ну, Шахабос, насколько круто он, конечно, защищается корпусом. Отворот убил. Ой, убирает, сейчас голову, попал, видит, хорошо. Да. Ну, Гашимов попадает, бесспорно. Но... Сейчас Шукуров провел хорошую атаку. Если не ошибаюсь, удара 3 дошли до цели. И опять работа корпусом просто хорошая. Но Гашимов молодец, он не отпускает. Вот, да. Серийно заходит. Один-два удара долетают до цели. Да, не только серийно, у него и одиночные удары долетают до цели, кстати говоря, у Гашина. Я все время забываю, что у нас телевизор здесь есть, пытаюсь. Мне кажется, Шахабос как-то в моменте чуть-чуть то ускоряется, то замедляется. То есть Гашимов, он как бы в одной такой скорости работает, а вот именно Шахабос, он как-то чуть-чуть медленнее станет. Прям. Рвет темп? Да. Ой, сейчас хорошо. Все-таки работа корпусом очень крутая у Шахабоса. Очень круто. Блин, очень тяжелый раунд, мне кажется, для оценки судей. Я вот лично не берусь. Согласен. Такой равный поединок мы видим, что, как правильно заметил Александр, хорошая оборона у Шукурова, но при этом и Гашимов тоже пытается открыть вот эти вот замочки. То есть он и так пытается зайти, и сяк пытается зайти. То есть видно, что боксер хороший уровень. Сказать, что у Шукурова она безупречная защита, нет. Он где-то в моменте заигрывается, либо наоборот, как раз Гашимов его чуть прочитывает, скорее всего, наверное, даже именно прочитывает. То есть он сдваивает джеб и докидывает туда 1-2 удара, еще, что называется, вдогонку. Не давай ему бить себя. Раздерни, раз, два, запрягай, а потом только бей. Это раз. Во-вторых, задней рукой все, что ты кидаешь, проходит. Голова, живот, голова, попробуй. Передний заканчивай постоянно. Да. После твоей атаки он бросается, понял, заканчивай передний, встречай, останавливай его удары. И делай это все узко, ты чуть-чуть размажешь, у тебя все залетает.
Назир, как тебе первый раунд? Ну, яркий бойцы, да. Да. Так мы продолжаем смотреть за этим противостоянием 1/8 финала. Изменится ли ситуация в ринге, интересно? Хотя я не думаю. Я бы вот на самом деле, понятно, что у нас гран-при, но я бы этих спортсменов посмотрел бы именно 6 раундов. Ну, может, в будущем матчмейкеры запишут себе блокнотик. И, ну, может, вот опять в очередной раз Шукуров показывает очень хорошую работу корпусом, защиту просто. Да, мне прям нравится его работать. Очень, да, прям пластичный такой, он четкий вообще, прям молодец. Давит, и тут же ножки, оп, опять, в очередной раз. Я прям уже начинаю помогать ему головой, если честно. Прям. Слушай, но все равно при этом Шукуров много пропускает, смотри, вот уже. Да, раз, пропускает, раз, бесспорно, два. Да, вот. Ну, и отвечает он. Вот. Мне кажется, ему не хватает именно второй-третьей атаки. То есть он проваливает, отвечает, и на выходе Гашимов ему один удар отвечает. Вот. И мне кажется, еще бы, если бы второй-третий темп, то... Ну, либо раз... отойти на ножку сразу. Да, 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 да. Но он почему-то не отходит и в то же время не продолжает свои атаки наслаивать. Вот он, да, опять он как раз вот это вот за отвороты головой, защита такая, да, неплохо смотрится, но не всегда эффективно, точно. Вот здесь Гашимов, да. И сейчас мне как раз Шакуров чуть-чуть завелся, видно это по лицу, после того, как он пропустил, да, завелся однозначно. Это, кстати говоря, в минус может пойти, если завелся. 100%, но может быть и в плюс, в том плане, что если он готов идти, его бензобак позволяет... Что Марат, ты, то, про что я говорил. Но мне кажется, чуть-чуть удары у Марата чуть потонаш, посильнее маленько. Ну, тоже отличная работа корпуса. Да, 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 да. Не-не-не. Вот праздник, то, что праздник. Я говорил. Когда Шукуров идет вперед, наслаивает атаки, он вот там опасен. Он готов делать эти 2-3 атаки, вот тогда он достигает именно своей цели. Потому что одна атака не доставляет того эффекта полностью, который он может делать. Вот, вот, вот. И опять, и еще туда, и еще доработать, и еще доработать. Он показывает постоянно очки, поднимает руки, очень выпадает. Он обманывает. Очень красивый бокс, прям реально. Сегодня я прям кайфую от бокса, просто. Это прекрасно. Респект пацанам за такой действительно красивый бокс. Пока мы действительно видим третий поединок прям таких базовых боксеров. Посмотрим, что будет дальше. У этих ребят, мне кажется, большое будущее, потому что если они сейчас... Если сейчас они, что называется, не остановятся и только начнут раскрываться, это будут реально очень крутые боксеры. Как раз у хардкора есть такая возможность, они открывают хардкор боксинг менеджмент, да, то есть, и мне кажется, эти ребята одни из тех, кто будут стоять у истоков продвижения именно менеджмента хардкора. Это большое дело. Да, прям на самом деле заглядение, немножко залипаю на этот бой, причем не в контексте, что типа скучно или нет, наоборот, прям хочется именно смотреть, да, и смотреть, да, завораживает есть... поединок. Прикольно, очень прикольно. И вот, кстати говоря, так быстренько время подошло к завершающему раунду. Идет ровный бой, понял? Сейчас от этого раунда будет зависеть. Да. Давай, а просто поспокойнее. Передней рукой заканчивай. Не складывайся удар. Легкий, выбрасывай легкий удар. Набрасывайся, да, то боксируй. Где кидаешь, заходит. Блин, не мою, не твою эту руку, дед. Подбери задний. Крайний раунд, руки пожать перед боем. Задний, голову, живот. Это победа. Конечно, нужна. Кто вот это раунд выиграет, кто выиграет, тот и выиграет. Понял?
А мне показалось, что оба раунда ничейные, как будто. Ну, такого не может быть, да. То есть ты хочешь сказать, что третий раунд сейчас будет решающий? Да. Почему кто нет? Вот заберет, тот заберет. Интересно, что сказал Гашиму Сослан Асбаров, который находится в его углу. Я думаю, подсказать-то ему есть однозначно что. Ну да, Сослан чуть-чуть в боксе знает, что-то там кого-то побеждал, да? Да, да, да. Здесь в целом ребята собрались, кто в боксе что-то понимает. Чуть-чуть, да? Ай, хорош, ой, как это красиво все-таки. И помимо работы, но и пропускает тоже, пропускать нельзя, нельзя. Шахабос, конечно, ты... Красавчик, да, но ручки-то надо держать, держать, не заигрываться. Интересно, что... судьи оценивают вот это, когда он руку поднимает, что не, он... Нет, 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 такой... А зачем? Это же финт, обманывать просто, что он обманывает. Ну, допустим, прям равный-равный бой, если вот у обоих бойцов вот эти моменты оцениваешь, что нам боец прессинговал. Нет, то прессинг оцениваю, прессинг, да. Прессинг, да, но это оно... чуть это другое. Это... А поднятые руки – это действительно просто обман и работа на зрителя, не более того. Ну, это зрелищность, с другой стороны. Ой, какой сайдстеп, да? Какой сайдстеп прекрасный, просто замечательно. Он его готовил, готовил. Да, 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 но он уже, ой, опять в очередной раз, это самая работа корпусом, просто шикарно. Ой, ну что ты, просто загляденье, реально загляденье. Ой, вот сейчас Валик Русалов. Вот сейчас, мне кажется, Гашимов как раз чуть-чуть подсел, да, чуть-чуть функционально подсел, а Шахабос наоборот в кураже сейчас, четко в кураже, то есть... И сил больше осталось. Да, Шахабос. Да, да, видно, что все-таки первый раунд он действительно отдавал. Воу! Не-не-не, это больше толчок был, да, пропущенный удар был, но толчок был. Ой, да, 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 да. Ой, опять и в очередной сайдстеп. Сайдстеп он хорошо отработал. Все-таки какой тайминг у Шукурова, просто заглядение. Да, чувствует ритм. Да, ой, 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 да, 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 просто великолепный бокс. Вот эта фишка с поднятием руки прикольная. Я, может, заберу ее. Смотри, он-то боксирует, чтобы потом ничего кроме рук не поднялось. Ну что, в принципе, Шукуров еще не успел запатентовать, да, вещь, поэтому еще можно разбирать. Мне кажется, вот как раз Шукуров только раскрылся. Вот то, про что я говорил, если бы 6 раундов, было очень бы интересно. Вот, он только-только набирает. Но тактический план, мне кажется, все-таки его сработал больше. Ой, да, хорош. Третий ой, раунд, хорош. Конечно, Шукуров. Ой, 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 просто. Ну и не заигрываться, не заигрываться. Зря он так тоже совсем Гашимова недооценивает. Разнимают, да, да, очень крутой бой, очень крутой бой. Ой, зачем останавливаться? Зачем вот это? Зачем? Ай, опять сайдстеп. Ой. Все, спасибо ребятам. Просто я аплодирую, да, реально. Поединок. Это очень крутой бой. Да, красиво. Такой для эстетов даже, скажем, поединок, где можно и техническими этот навыками. Сайдстеп у него очень красиво заходил. Да, да, да. Ну, слушай, очень крутой бой. И тактически все-таки именно по Шукуру могу сказать, что выстроил план действительно тактически. По мне так, по-моему, он первый раз план специально плюс-минус отдал, чтобы Гашимов чуть больше подвымахался, нагрузил. Именно в лав вкладывался в каждый удар, а вот второй, третий просто загляденье забрал. По-моему, самый ураганный поединок был за сегодняшний вечер. Да, Олег. Ребята устроили просто такой... И знаете, Олег, перед тем, как вы объявите победителя, чтобы парням было немножечко приятнее, я думаю, сейчас представитель РТК Шушинг
сделает приятное заявление. Скрасит чье-то поражение. Да. Да, как все уже до этого сказали, прекрасный бой. За это вам спасибо за зрелище. Давайте поблагодарим все. Поаплодируем. По 100 тысяч каждому бонусу. Спасибо. По сотке каждому. Спасибо, Сергей. Держите, парни, чтобы приятнее было стоять. Люди хардкора, ну вы все сами слышали, была мощнейшая фанатская поддержка здесь в зале, и я готов объявить результаты. Итак, дамы и господа, после 3 раундов бокса в этом поединке одержал победу и вышел в следующий раунд всероссийского гран-при единогласным решением судейской бригады. Шахабос Шукура! Шахабос, можно тебя сразу поделись впечатлениями, эмоциями после прошедшего поединка. Был ли ты уверен в своей победе? И вообще, как складывался для тебя этот бой? Всех приветствую, ассаламу алейкум. В первую очередь, хочу поблагодарить людей, которые вот здесь, мои братья, друзья, тренерский штаб, Надора Саян, спасибо большое. Первого тренера Александра Дугарова и здесь мой тренер по физподготовке Кристина Бесятина, спасибо большое. И вот первый раз, всех не назову, братья, всем спасибо большое за поддержку. Марат, спасибо за бой. Я говорил, что мы должны закрутить самый красивый бой, чтобы получить бонусы. И нам это удалось. Я готовился полноценно, изучал. И я понимал, что нелегкий бой будет. Но я думаю, что всем бой понравился. И это самое главное. Я здесь не буду говорить, что мне квартира нужна, машина. Я здесь за красивыми боями. Зрелище хочу устраивать и все. А у тебя не появилось новой цели в предыдущем карде? Твой брат уступил в равном бою. Новой цели не появилось? Кстати, забыл. Я этот бой, эту победу хочу посвятить своему брату. Я хочу, чтобы для него это была поддержка. Мы все равно вместе, мы идем дальше. Не буду говорить, что за брата хочу отомстить и так далее. Нет, если по сетке мы попадемся, конечно, подеремся, покажем зрелищный бой. Я думаю, что второй бой у меня и 2 бонуса. Я думаю, что дальше. Это мотивация, в первую очередь, дальше. Еще больше будем выступать. Я видел там бонусы 1,5 миллиона, 1 000 000 рублей. К этому ближе тянемся. А так, спасибо всем. Спасибо, Хардкор, за бои, за гран-при. И вообще, хотел попросить, Эдуард, следующий гран-при, у нас следующий тур, наверное, будет через 3 месяца. На промежутке хотелось бы провести бой. Подраться, да, через месяц, может, не знаю. Я думаю, что неважно с кем. Ну, хотя есть на примете один. Боксер-кулачник, это Абдурахман Абдурахманов по кличке Азиат. Он недавно бросил вызов Исламу Думанову, но он дал понять, что у него другие планы. И если он хочет, я могу с ним провести бой через месяц. По боксу, конечно. От себя добавлю, просто мне кажется, я бы на твоем месте сфокусировался на гран-при, потому что, как ты знаешь, 2 человека из гран-при вылетело как раз по причине травм, и мне кажется, не стоит распыляться. Тут все лучше выбрать цель какую-то одну. Согласен, но жену хочется иногда подраться, знаешь, скучно. Спасибо, Шахабос, красавчик, еще раз с победой. Я пойду отдыхать. Заслужил. Марат, давай на центр. Марат, хороший бой, поздравляю с бонусом. Давай, поделись эмоциями, как думаешь, доработал, не доработал, что не так было? У меня нет оправданий, я готовился очень хорошо, так очень хотел сильно выиграть. Не знаю, у меня нет никаких оправданий, но хочу попросить прощения, у кого ожидания не оправдал. Я реально сильно очень хотел выиграть. И хочу поблагодарить Хардкор, хочу поздравить этого соперника Шахабоса. И я бы не хотел бы останавливаться на этом, я бы хотел бы продолжить гонку за поясом. В Хардкоре остаться надолго. Какой весовой? В категории 70, да. Спуститься на свою категорию, в своем весе, побоксировать. И мы тебя и не собирались одному отпускать, поэтому все нормально. И в связи с этим хочу сказать одни слова, которые, наверное, всем известны. Может быть, не сегодня, может быть, не завтра, может быть, не в следующем месяце, но я завоюю
я завоюю пояс хардкор-боксинг. Если бы, иншаллах. Я завоюю пояс, мы с тобой проведем такой хороший реванш. Были определенные причины, но я не хочу оправданий. Но поздравляю тебя. Было, что было, мы двигаемся дальше. Молодец, достойно. Вы красавцы. Достойно. Хардкор Эдуард, вам огромное спасибо за то, что вы даете такую возможность всем, в первую очередь мне и остальным боксерам. Спасибо. Спасибо, ребят. Забыл сказать, хотел поблагодарить Рязанскую транспортную компанию. Второй раз подряд выделяют наш бой. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Очень рад.